Всем привет, с вами Артур, и мы продолжаем проходить Darksiders 2. Я тут уже минут 10 с мышкой мучаюсь. Что-то она не хочет по моему коврику ездить, и почему-то по другой поверхности только ездит, и это меня очень раздражает. Даже вон уже птица на меня села, потому что я просто стою на месте и пытаюсь вертеть мышкой. Но ладно, давайте попробуем бежать. Почему тут нет ускорения? Хотя тут, наверное, есть ускорение, но я упоротый, не знаю, что за кнопка. Ну ладно, надо поговорить со стариком. I restored your forge and brought life to stone. But am I any closer to the tree? Tell me now, old one, or you may never get the chance. I hear the foundry is dangerous. As is the tree, horseman, and the entire forest. That is why you must awaken the guardian. But have you asked yourself, why seek the tree? The tree of life is where I will find my brother's absolution. The tree of life is a gateway. From it, one may travel to places undreamed of, whether a world of oceans and forests, or ice, or endless night. The tree exists there. It may appear different, yet it is the same tree, and its roots connect all the realms. The tree of life is not where journeys end, but where they begin. Отлично, левел. Надо раскидать скиллушки. Что это? А, это, да. Буду качать это в максимум. Ибо все равно не пользуюсь. Какая разница, есть оно или нет. О, вот этому можно отдать компасу, что ли. Worry not, Maker. Now you can find your way home. This compass guided me to many wonders. To hold it again after so long, it makes me feel a mere 500 years old. Thank you. Да, вообще без разницы. Так, что-то он... Окей. Кстати, мы можем использовать эту скиллушку типа демона, и вообще у нас 20 карточек накопилось. А с этими говорить смысла нет. Хотя... Продать им можно что-то. Да ладно, они мне особо не нужны, твои new items. А вот это я, наверное, могу продать. Нифига себе цена тут. Ну, кстати, оно посильнее, чем мое оружие, но меньше дает стат. А вот это уже интересно. Не, я не продаю. Ну, я продаю только всякие какашки дешевые. Так, ну опять мышка. Теперь кнопка не жмется. Я офигеваю с нее. Вот это херовая фигня, но стоит нормально. А, что у нас тут есть? А, в общем-то, все херня. А, вот это уже неплохо. Но тоже все же еще так себе. Боже мой, попробую переставить обратно на мышку. Ой, не на мышку, на коврик. И... Нет, это еще хуже, потому что это кошмар. Все в жопу. Будем так играть. Вот это хорошая дубина. А вот это не очень. Поэтому я ее продаю. Все, хватит всякую херню продавать. Тут еще, наверное. Неплохая штука. Пусть пока будет при мне. Но это все же еще не лучше, чем то, что у нас есть. Ладно, это долгое занятие. Если что, тут ботинки и остальное потом продам. Буду это делать не во время записи, потому что это упорото совсем.
Лучше уж будем проходить задания, потому что и так они занимают достаточно много времени. О, у нас уже первый Гуардиан тут стоит. Наверное, где-то тут еще второй станет. А может и не станет. So the time has come. Tell me about the foundry. It's a holy site, where soul is fused with stone. Doesn't look so holy from here. The darkness has spared little in our realm. But the foundry is a place of magic. Magic. Then with your help, we will claim it once more. What became of the other wardens? In my dreams, I felt many of my brothers, but only one still called. Aura, a warden most ancient. His soul still haunts me, though his stone. The warden. It's not safe to go alone. You need my help. Не уверен. Зачем мне твоя помощь? Так. Как что там нам? Аурона надо искать или как его там зовут? Я хотел узнать просто. Но это не похоже на данжен. Поэтому я хочу посмотреть полную карту. Да, тут будет пара поворотов, соединяющих все эти места. Или вообще я не знаю где. Может, я не тут нахожусь. А, я тут нахожусь. Или нет? Да, должен быть тут. В общем, не важно. Просто движемся вперед. Это еще один данжен. В поисках урона. Или. Ну, в общем, как-то так его зовут. И с нами чувак. Упоротый, который все теряет. Сейчас опять все растеряет. Ну там ничего вроде нету. Может и есть. Но нету. Разбудить стража, окей. Но тут зато достаточно забавные такие краски вокруг. Мне это достаточно таки радует. О, вода, о, огонь. Наверное, это мы все сделали. И будем на пару летать тут, наверное. Хотя вряд ли. Какая-то комнатка. А, она оказалась достаточно большой, на самом деле. Ну что ж, пойду сюда, почему бы и нет. А, нет, не пойду, видимо, отсюда я вернусь. А может и нет. В прошлый раз я думал, где-то там вернусь, а меня вообще этот страж вынес каменный. Так, там сундук, тут дверь открыта. О, нет, чувак. Так не пойдет. Ну, ну ладно. Выбора у меня нету. Ну давай, кидай меня. Полностью. Так, окей.
Ой-ой-ой, камера опять меня не слушается. Ненавижу, когда так происходит. И сейчас мы на этих штучках поедем куда-то. Интересно, мне надо куда-нибудь сюда уходить? Нет, там ящик. Я хочу ящик. Черт. Вот это было печально. А в чем-то дело, а что не... А, отскакивать-то надо с шифтом, я забыл совсем, я просто прыжок сделал назад, придерживаясь, и... Вот в чем проблема. Да, забыл, извиняюсь. Вот сейчас, я думаю, у нас все получится. Если, конечно, допрыгнем. Опаньки, все получилось. Фиолетовая вещь. Там у нас, по-моему, врагов парочка. Ну, в прыжке давай. Ну, рановато. Ай, какие-то они слабые, но на самом деле не стоит давать им себя бить постоянно, потому что... Так. Ладно, буду уворачиваться, пытаться, так сказать. А, надо бы уже, наверное, просто приодеться немножко, и тогда все опять же наладится. Так, тут нифига нету, значит, в дверь. Сейчас, наверное, этому чуваку откроем дверь толстому. Если найдем рычаг. Я уже вижу на стене какой-то, но не факт, что он откроет ему дверь. А он пройдет через ту дверь. Я же сказал, ты мне нафиг не нужен. Только мешаться будет. Ну ладно, попробуем вот этот рычаг двинуть. I'll get the door. А кристалл он ломать, интересно, умеет? I'm ready. О, он еще их и держать будет. Забавно. Удачи. Я тут пока побегаю. Да не спеши там. Надеюсь, он не пойдет за мной. Вот, сундук нашел. Правда, тут нам нужен робот. Эй, ну чувак. Мог бы уже и додержать, раз так долго держал. Тебе придется по новой лезть. Stay there. I'll get the door. Ну, готов. Ну, а с нами идет, молодцом. That's the guardian rider. And if you would get to the tree, we will have to wake that beast. And then what? The guardian will do what it was meant to. Destroy the corruption blocking the tree. But it's finished. Everybody is finished, aye. But as it stands, it is no more than dead stone. To give life to the stone, we must give it the essence of a maker's heart. Three of them for a beast this large. And how do we do that? These heart stones were finished, along with the guardian, but never married to the stone. They're all in the temple. We need only look to find them. Then let's go. А, ну, прикольно. Чувствую, этот данжен будет достаточно долгим. Ну, как обычно, в общем-то. I cannot. Но если он будет больше часа, я не выдержу. Ну, а может и выдержу. Почему бы и нет? Так, что-то мне это напоминает уже. Большой зал. Вся фигня. О, живучий попался. Наверное, какой-нибудь 8-й левел.
Хотя я сам уже, наверное, 8-й или 9-й. Надо будет приодеться все же. Как я уже и сказал. Эй, ну это мой опыт, чувак. Так, эта дверь вроде... может открыться. Открыться. Там вон робота вижу. Ладно, пойду, где проще всего зайти. Проще всего зайти, я даже не знаю где. Вот тут, наверное. Правда, мне очень интересно, как мне взять вон ту бомбочку и кинуть на рычаг. Опять же, дилемма. Так, это просто взрывы. Эй, ты мне подскажешь? Ну, значит, нам не сюда. Спрыгну тут вниз и пойду куда-нибудь еще. Ну, чувак остался там. А тут особо ничего и нету. Но тут можно вылезти. Что-то мне никто подсказок не дает. Это печально. Уже пробовать стен как-нибудь запрыгнуть. Просто промахиваюсь почему-то. Ну да ладно, это не особо важно. Значит, надо вылезать и думать дальше. Вот там наверху, кстати, что-то... А, надо просто узнать у ворона. А чё я так не подумал насчет этой маленькой двери? Она как раз... достаточно... Ну вот и враги тут есть. Значит, верно идем. А может и нет. Я не понимаю, зачем ему шлем, если он его не одевает? Или это типа как... любят в этих играх делать, чтобы шлем было не видно. Чувак. Замесим его тут в углу. Там сундук, кстати. По-моему, вот за этими камнями, да. Тут, по-моему, появляется. Нет, показалось. Ну ладно. В целом нам нужен ключ, насколько я вижу. Нам нужен робот, чтобы ломать эти камни. И в целом у нас есть путь куда-то. Dungeon map у нас, по-моему, еще нету. Еще один сундук. Отлично. Вот этой штукой, наверное, надо заряжать этого нашего робота. А может и нет, но... это не ломается. Over there? Что over there? Ну, over there так over there. Mm-hmm. Что-то тут... камень какой-то надо поставить, но у нас его нету. Я в смятении, просто тут ничего нету. А вон, что-то там светится под водой. Как бы это открыть? Точно это сломать не можешь? Ну давай.
может, он нас там, где и лава, мог перекинуть, так. На рычаг, например. Так, и что мы тут имеем? Колонну? Нет, это труба вообще. Ну окей, заныриваем. Ух ты, какой подводный мир большой. А вот и наш робот. Как бы его поднять только? Надеюсь, я тут не утону. И правда. Но все же надо как-то это активировать. Тут у нас дорога есть, даже карточка вон. Угу. Ну, выплывем тут. Надеюсь, мы не туда же приплыли. Это, похоже, другое место. Окей, камень. Смогу ли я его туда запульнуть? Ну, кстати, почти. Просто надо его подальше откатить. Вот сейчас, я думаю... Вот почему он его не переворачивает, когда надо? Блин! Достаточно неудобно сделана эта система. Да что за херня? Поворотов камней. Сейчас опять он завернет. Да ты что, издеваешься? Давайте попробуем в упор. Ну так хотя бы откидывать проще. Не, ну я без понятия, на самом деле. Тут как бы особо нечего делать. Камень мне нужно... Может и не нужно. Сейчас посмотрим. Тут тоже вода. Значит, надо как-то открыть ту решетку. О, тут есть сундук. Где-то. Так, у меня мышка не шевелится, печаль. Какого хера? Вот на самом деле. Она совершенно умерла, кошмар. Ладно, подождите тогда 5 секунд. Сейчас поведу офигенно жизненную историю. А, это было достаточно круто, я... Так и не смог настроить мышку, потому что она перестала работать. Я вставил другую мышку, она не хотела работать. То есть вот тут она работала, а в игре она не работала. Мне пришлось до сюда бежать по новой, достаточно, в общем-то, далеко. Я не знаю, успею. Но благо, что я уже опять на этом месте, и куда-то я наверняка приплыву. Так, мы, по-моему... Да, опять камни прибежали. Заныривай вот так. Самое действенное. Так, ну тут у нас еще есть выход, насколько я вижу. Так что... Когда-нибудь что-нибудь да найдем. Так, еще одна дверь. Угу. Окей. Я уже начинал думать, как бы прокрутить этот шарик туда и еще держать кнопку. Оказалось, все достаточно просто. Теперь надо закатить туда шар. И все заработать должно. Как-нибудь вот. Так. Ой, черт. Ой, черт, 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 черт. Держись, шар, куда ты? Еще бы попасть. Так. Так, надо встать ровненько.
В этой мышке, второй, тоже есть косяк. Колесико жмется, не чувствуется. То есть оно мягко жмется, и поймешь, когда оно жмется на самом деле. В общем, надо купить просто новую мышку и не парить никому мозг. Особенно себе. Мне уже давно один человек советовал. Но... я все никак не мог собраться. Так, ну, я не знаю, сломаю-ка я тут проход. Нет. Ладно, тогда хотя бы кристаллы надо сломать. По-моему... эй, что за херня? Ушли отсюда. Ой, там чувака-то месят. Ты выживешь, ты же бессмертный, я же знаю. А, нет, я чувствую в нем... о, еще идут, еще даже, по-моему, большой. Красавчик. Давай, я беру на себя большого, а ты там хотя бы с остальными разделайся. Вот экспа как идет, вот это хорошее место. Только я мажу в стену куда-то. Ну что, все? Отлично. Я вот эти вот попробую все же. Так, как там было-то прицеливаться? Так, и... отлично. Придется слезть. Может, еще в бочках что-то есть полезное. Да, кстати, мы сделали круг. Но мы еще даже ничего не активировали. Ни одной штуки, а их, по-моему, тут три. Так что достаточно печально. Но зато у нас теперь робот есть, которого заберут через 2 минуты. А зачем нам нужны какие-то защитники, чтобы продвинуться к этому дереву жизни? Я же знаю, что всех убивать придется в любом случае нам, что бы мы ни делали. Impossible. А я бы взял 6-й. Если бы даже был бы такой скилл в дереве скиллов, я бы его прокачал, носить 6 пушек. Супер название, супер действие. Ну что, мы попали куда-то. А, ну сейчас вот мы и лишимся робота, по-моему, здесь. Выпустим штучку. Так, вокруг, ну тут у нас есть стенка, туда нам в целом надо, я думаю, но так мы ни туда не допрыгнем, поэтому, пожалуй, тут пойдем. Может, это, конечно, путь к ящику вообще, но... так, тут у нас дверь, и там у нас дверь, но к той двери я не могу пройти, так что... так, что-то тут есть, тут ящик где-то, в темноте. Или под землей? Лопату бы мне. О, началось. Ну, скоро потечет. Ну вот, мы, наверное, и прошли на другую сторону. Ой, гигантский, наверное. Нет. Не очень-то гигантский, ладно. Тут набегают. Ой,
почему-то эти квик-тайм-эвентные убийства, которые типа кнопку нажать, когда уже можно, не так часто и происходят. Или просто когда биты бьешь, не особо ощущается. А вот и, наверное, большой. Да, побольше. Ну, давай 10 уровень. Нападай. Бам, бам. Но без других чуваков это... Он на самом деле достаточно прост. Если бы их тут было два или мелкие, то... Там бы я уже бы запечалился. Не, ну, конечно, задевает даже сейчас. Да, у 10 уровня много здоровья, надо бы новое оружие достать. Конечно, она будет меньше статов давать и регена, хотя регена она уже тоже не особо дает, не чувствуется. Не, она, конечно, чувствуется, но не сильно. Все, победа, я думаю. Лично еще и по уши можно использовать. Эй, возьми его. Чувак. Чувак, он твой. Он весь твой, забирай. Эй, это невидимый поушен, что ли? Кошмар. Деньги разбросаны по углам. Наверное, это... Из бочек выпало, пока я тут бегал, все разнес. А, наконец-то. Решился взять. Тут, по-моему, тоже враги были. А, нет, нет. Но тут, видимо, ключ... По сундуку уже их угадываю. Еп. Еще один ключ. Супер. Так, теперь бы упасть бы на цепь ровненько. Сундук не знаю, где там... А, вон он. Ну, я ж не допрыгну до туда. Ну ладно, у нас все равно здоровье дофига, так что если мы умрем... то сразу и вылезем где-то тут. Вообще без понятия, как туда попасть. Так, робота, я думаю, я могу забрать. Я забыл, какая кнопка. Все. Ну, конечно, в роботе смысла нету, опять же, я думаю, потому что вряд ли он сможет заехать сюда, в эту маленькую дверь с ключом. Но, может, мы сможем выехать через эту потом. По-моему, в той комнате он нам нужен был. А, мы поднимаемся, видимо, на второй этаж. Шикарно, шикарно. И еще один сундук. Ой, блин. Эй, ну почему? Не достает взрывом. Ну ладно, там голимый сундук, так что... Так, ну куда мы попали? Ну, швыряй. Какие они бессмертные. Со следующего уровня пойду покупать какое-нибудь барахло, наверное. Так, что-то... Как будто меня что-то било. Как будто они меня чем-то кинули, и меня это... разъедало немножко. Так, тут у нас сундук. Я думал, там наверху.
А, нет. Блин, а если я спрыгну, я потом же... А, нет, наверное, я вылезу. И он, кстати, тут хорошенький. Да, dungeon map. Посмотрим, большой ли у нас тут dungeon. Ёптики-моптики. Ну ладно, это второй этаж просто. Ой, их тут четыре. Так, тут мы уже, наверное, большую часть обходили. Тут подвалов два. И тут вообще ничего нет. Ну ладно. В общем, мне не важно, потому что я не особо в этих картах разбираюсь, ибо они не особо нужны. Может, немножечко. Там внизу что-то может быть, чувствую я. Разбивание, может. Так, туда можно, наверное, запрыгнуть. А зачем? Так, я что-то не догоняю. Все равно не добегаем, ну ладно. Видимо, только с чуваком. А как мне чувака сюда перетащить? Надо искать рычаг. Вот одна комната единственная тут у нас. Что-то интересненькое. Сейчас он высвободится и наваляет, я же знаю. Потому что такая голова уже желтая была. О, это череп. Череп. Подтягивать, что ли, кого-то? Мне, как всегда, лень читать все это, я не заморачиваюсь. Но если вон... Да, вон эти... Я же говорил, что-то такое найдем. Интересно, какую кнопку. А, она опять средний. Так, туда мы не можем. Окей. Ох ты, привет, Devil May Cry, Nero. Туда наверх тоже не залезть. Два сундука пропускаю, кошмар. Ну да ладно. Теперь у нас есть крутая светящаяся рука постоянно. Это... Сейчас подтянем эту штуку. Я думаю, наверное, можно. Так, и кидай. И бомбись. Шикарно. Хоть один сундук. Итак, что мы можем сделать тут с нашей рукой? Ой. Ну-ка попробуем. Можно было бы, конечно, на робота сесть. Но это скучно. Так, попробуем его подтянуть. Stone from stone. Окей. Да вот и хз, что дальше делать? На, видимо, сюда возвращаться, ну. Нет, мне кажется, мне не туда. Мне кажется, мне за этим чуваком надо. Ты будешь дверь держать? Ну ладно, тогда поехали. Сейчас приедем в главный зал, наверное, и там. Так, ладно. Ну круто, встали, блин. Объедешь. Я помню, в главном зале там же была эта комната, вот там, по-моему, да, где можно
цепляться этим крюком. А, нет, тут же еще эта штука есть, которую можно взять и кинуть в рычаг. No mercy. Ой-ой-ой. Сейчас бы зажарился. Но это милая мышка, вы, наверное, даже можете иногда слышать мое закликивание правой кнопки, левой кнопки мыши. Так что оно достаточно забавное. Кидай. Сработало! Ей! О, рычаг, о, рычаг. Какой берешь себе? Я в целом могу любой взять, но... Пойду сюда, потому что он попроще. Но благо, что они не на время, я думаю, так что... Особо не напрягаюсь. Ну вот сейчас пойдет жара. Давай, жмись, колесико, колесико, жмись. А может мне прыгнуть надо и в полете нажать? Ужас. Ужас. Вы что? Так, а как мне туда слезть? Я хочу как бы... Ну вы поняли. Там пойти, а мне что-то не пускает. А вот, все пошло. Упорото, но не до конца все. Так, ну а так... Эй, ну ладно, я отпущусь ее. Окей, все, супер получилось. Потом отсюда вылезем так. Толстяк, ты вообще мне не нужен. Ты ничего не делаешь. Так, зависимость... От меня. Иначе играть не во что будет. Так, это зал какой-то, то есть... Тут... Так, меня это настораживает. Тут босс будет. Какой-то он круглый. А нет, рычаг. Это лифт. Поехали. Да, как-то мало места для босса было бы. В подвал или в лаву сейчас нырнем? Так, надо валить, а? Где выход? Я его не вижу. А, вот он. И на каком мы этаже сейчас? На B1. Окей. Всегда мечтал побывать там. Потом поглубже на B2. Ой, Ocean. Я надеюсь, там будет босс, потом он мне пригодится. Я буду тут возвращаться такой. Опаньки, вот она, энергия, наверное. Heartstone. Within lays the soul of a great maker. Find a way to bring it down, and I'll carry it. Have at it then. Делаю предположение. Толстый нас предаст и захочет забрать себе этот Heartstone. Нет, ну конечно. Нет, это возможно. Нет, она просто подозрительный. Ладно. Вот это уже достаточно интересно. Это как Принц Перси. Все время появляются какие-то новые штучки. Потом лава сыпется по бокам. Всякая коррупшн херня. Ну, все однотипно. Что на тебе юзать? Окей. Не, здорово, здорово. Меня радует все это. Упс. Уже думал отскакивать там от стены, оказалось и не нужно. Давай, долетай только. Оп, отлично. А сундук? А сундук? Где-то там. А, вон там он внизу, наверное. Блин, я бы его взял бы. Поздно. Хотя тут, по-моему, а вот
Робот. Роботизированная техника. Наверное, по лаве можно кататься на нем. Это прикольно было бы. Поехали. Сейчас по пояс так утонет. Круто. О, сундук. Между прочим. Ой-ой-ой-ой-ой, ты что творишь? Отскакнул прямо в лаву с робота. Так, ну что мы можем уже купить на 93 тысячи? Ничего. Продаю свой сейф. На нем есть 93 тысячи. Эти залавы меня так, когда она тут вскакивает, так может задеть немножко. Надеюсь, что нет. Все супер. Надо встать под душ огненный. Так, а что я сюда пришел? А, все, вижу. Только где его тут поставить-то? Что-то я не догоняю. Не догоняю. А вот все. Могли бы и сами стрелять, как будто сложно догадаться, когда появляется только прицел и еще и высвечивается. Постоянно стреляй сюда, стреляй сюда. Так, ну что, я допрыгну? Ок. Ну, наверное, мы пришли. Ну что, толстый, предашь меня? Оправдай мои ожидания. Недоверие игровым персонажам. Ну, давай. Скидывай меня в лаву, давай. Ну, так ничего. Так скучно, вот как. Bad feeling? Окей. Где рычаг? Вот. Сейчас и посыпется, наверное, и мне его придется защищать, а может и нет. Ну хоть в этом я не ошибся-то. Как можно на лифте не накидать кучу врагов? Это же. И он поднимается еще так очень быстро. Шикарно. Но надеюсь, когда мы с ними справимся по большей степени, они, я думаю, лифт начнет быстрее подниматься. Хотя, кто его знает. Лучше бы с них аптечки какие-нибудь падали бы. Но зато мы тут качаемся так неспешненько. Ой. Чуть не пропустил его. Ну, где мой левел уже? Пора бы. А то убьют. Все? Финита? А, мы уже и приехали. Правда, здоровья маловато. Ладно, пока. Если меня убьют, то оно восстановится. Тут сейф все равно.
Но я переживал за этот данжен, что это будет долгим. Ой, поднялась лава. А он, оказывается, не такой долгий. Так, что-то... А, заставка, да. Первый, а надо три, насколько я помню. Ну, может, два, я не знаю. О, путь продвижения появился. Вообще, наверное, закончим на этом эту часть, потому что один камень есть, и второй уже пойдем добывать со следующей части, потом и третий. Нет, наверное, два, будем в следующей части попробуем. А то, да, на самом деле, сейчас времени не так много, поэтому уже на следующей части. Все, давай, пока толстый, пока всем, кто смотрит наш канал, и удачи, увидимся.